Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Сегодня в рубрике инди-хоррор мы посмотрим игру Mental, которая, судя по всему, очень крутая, потому что про нее мне рассказывали очень многие, и в том числе, как обычно, Даша, которая мне всегда нашла эту игру. За что и большое спасибо. Я думаю, будет интересно. Надевайте наушники и вперед. Игра создана на FPS Creator. Не самый лучший выбор, на мой взгляд, но, в принципе, на нем мы видели достаточно много успешных проектов. Страны, как правило, в них не завозят графон. Ну ладно, это ерунда. Где я? Знаешь, судя по названию, ты в психушке. Мы снова в психушке. Это даже не сотый раз уже, это реально, мы в половине игр были в психушке. Мне нужно убежать. Зачем тебе бежать? Тебе просто нужно выбраться. Ну, я не знаю, может, ты понимаешь что-то, чего не понимаю я. Скажем, откуда вот эти вот кровоподтеки, кровища на полу. Ладно, я уже и сам хочу убежать отсюда. Так, что? Дверь закрыта. Хорошо. А, мы можем толкать. Офигеть, это что за... Нормально погуляли, называется. Трупы, скелеты лежат. Офигеть. Что тут было-то вообще? Куда я попал? Нажми Е, чтобы использовать. Так, спокойно, товарищи, скелеты. Не поддается. Так, извини. Кусок тела. Кто-то там чавкает. Тут? Это было. Куча трупов. Звуки идут отсюда, да? Ну, вроде тут ничего нет. Окей. Будем искать. Ты явно не встанешь. А вот насчет тебя. Хорошо. Ух, хрен это. Тихо. Давайте вылететь отсюда. Посади, говорит, я. Да нет тут ничего. Кто там? Так, еще ключ. Твою мать. Это что? Как? Как? Офигеть. Валим. Уходим. Просто уходим. Как? Вот это произошло. Меня больше волнует. Ладно, там трупы, это еще... Ладно, просто валимся. Так, хорошо, вы тут тоже, как я посмотрю. Капец.
Так, пилу взять можно? Я бы вооружился. Думаю, за мной наблюдают. Но, судя по крикам, не только за тобой. Хорошо. Это что такое? Светящийся труп? Просто камера, да? Тихо, тихо, тихо. Что происходит вообще? Игра странная. Но надо отдать ей. Твою мать, какого хрена это было? Допустим. Допустим, ничего не было. Пусто. Закрыто. Опять говорит, позади тебя. Позади меня все в порядке. Не наговаривайте, пожалуйста. Так, окей. Это что еще такое? Какая-то секретная лаборатория, СЦП. Что-то в этом духе. Так, сканирование. Отпечатка руки. Ну это вообще супер. Так, хорошо, туда мы явно не пойдем. Хотя там, где расчлененка, там может быть рука нужная. Не поддается. Склад. Тут может быть то, что нам нужно. Да? Ключ там? Да, ключ. Отлично. Никого? Все нормально? Я чувствую, что кто-то есть позади меня. Позади меня никого нет, не наговаривай. У меня все окей. Да, блин, не туда. Сканер глаза. Ух ты, блин, что ты делаешь? Убьешь так меня. Пепел какой-то, что ли? Так, давайте мы сядем поудобнее. Вот этот ключ. И будем искать дальше. Тут? Нет. Пойдем обратно. Оно? Нет. Туалет. Круто. И как обычно в унитазе лежит ключ. Это мы уже, я не знаю, традиция складывать ключи в туалеты. Мужчина. А, он повешенный. Еще ключ. Окей. Эта игра, по-моему, закрыта. Игра, по-моему, самая странная из тех, что я играл за последнее время. Он исчез. Отлично. Просто замечательно. Так, хорошо, валим. Чей-то кабинет. Ключ для одной из этих клеток.
Так, компакт-диск и дискеты, видимо, не нужны, потому что старье. Время 10 минут 10-го. Так, я так понимаю, нам нужно сейчас назад и открыть... Господи, да что ж такое-то? Ну... Я люблю такие игры. Вот эта игра, она вот реально сделана, я не знаю, там, с помощью молотка и зубила, очень кривая и очень топорная такая. Но при этом она пугает скримерами. Временами я не прочь попугаться скримерами. Здесь голова в унитазе. Круто! Отлично. Возьмем голову с собой. Почему бы и нет, на самом деле? Это же психушка, да? Мужчину вы перепутали. Это снаружи, а там внутри. Ладно, валим, валим. Да япона мать. Так, здесь руку надо. Здесь надо. Мужчина по-прежнему висит. Так, я даже не знаю, с чего начать. Все очень плохо. Почему не светится все время? Где-то здесь мне надо найти руку, да? Так, хорошо, уходим нафиг. Эти звуки, они явно не к добру. Прячь. Ой, прячься, написано. Уйди от меня. Уйди, уйди, уйди. Это что за хрень была? Мы слышали звуки? Вообще, сейчас. Так, ладно, мы взять не можем. Так, ну чё, рука у меня, а вот все. Я надеюсь, это выход. Вы издеваетесь, что ли? Беги! Я живой? Охереть просто. Ой, больная игра. Ладно. В этот раз, я надеюсь, будет получше. Ага, потухло. Я вижу выход. Это точно выход. Мне нужно вернуться к жене и детям. Хэппи-энд! Ой, не, мне очень понравилась эта игра. Несмотря на то, что она такая тупая, она вот по-хорошему тупая. Джеймс Янг просто, по-моему, молодец. На реально самом кривом, по-моему, редакторе создал что-то такое. Ну, то есть это было очень тупо, но при этом очень весело. И временами реально напугало. Понятное дело, что это не уровень, скажем, там... Инсандидата, или как она там называлась, не уровень Stairs, не уровень SCP, Containment Bridge, но тем не менее достаточно весело, по-моему, было. Надеюсь, вам тоже понравилось. Увидимся в других инди-хоррорах. С вами был Артур, всего хорошего, пока-пока.